Инженер Алексей Ивушкин всю жизнь трудился в строительной отрасли, участвовал в возведении множества школ, жилых домов и заводов области. 40 лет назад ему от предприятия предоставили гараж. Пользовался и горе не знал, рассказывает ветеран. После того, как вышел на пенсию, решил оформить участок земли под гаражом. Здесь и начались мытарства. Если земельный участок представлялся гражданину до введения действия земельного кодекса, то он имеет право на это. На получение. Глава города Олег Фурсов поручил руководителю городского департамента имущества помочь ветерану оформить необходимые документы в ближайшее время. Также к этой работе подключат департамент социальной поддержки. В течение 3 месяцев решим. Значит, давайте до 1 июля, Сергей Иванович, отчитайтесь. Надо посмотреть по льготам, по видам соцпомощи, по линии областного правительства. Найденовой, как я уже сказал, и сын, я думаю, тоже должен поучаствовать в этом. С просьбой помочь благоустроить территорию возле дома обратилась к главе города Ирина Логинова. Во дворе на улице Печорская много сухих деревьев и совсем нет цветников. Кроме того, единственная детская площадка обветшала. За домом была детская площадка. Так вот, я сколько живу, 95-го года, она хереет, там остались именно железные качели сломанные, а песочницы даже нет. Глава города предложил жителям проявить активность и принять участие в муниципальной программе ремонта дворовых территорий. Там очень простые условия, нужно их выполнить. Это выходить на субботник, представить фотофиксацию, что вы работаете, ухаживать за двором. И вам город ставит площадку, ее стоимость достаточно высока, но мы ее дарим как бы в подарок активным жителям. Мы это делаем. Также Олег Фурсов поручил выехать на место специалистам муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз», чтобы привести в порядок деревья и высадить цветы. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.